И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И, собственно, я думаю, вы уже догадались из названия, что мы делаем. Вот, что мы делаем, точнее, что я делаю, а потом, что будем мы делать с Адзака. В общем, для начала я, конечно, покажу, что он новых мне динозавров притащил. Да, я буквально вот час назад закончил серию записывать, а уже новых динозавров он мне притащил. Серию, кстати, та, которая была фейловая. Кстати, знаете, в чем прикол? Я записал ту серию, которая типа фейл заменила. И потом, когда стал закидывать, смотрю, блин! А я ту серию уже переименовал, назвал ее как нужно. В общем, короче, не было никакого фейла, и все нормально, серия записалась. Вот, но я решил выложить именно ту, которую я перезаписал. Ну, думаю, что, блин, расстарался, что ли. Тем более, это, я там рассказал свои планы и так далее. Так что, все пучком. Вот, как видите, у меня вот черепашечка стоит, все пучком, все нормально. Я ему качаю сейчас здоровиться немного. О, 20 тысяч ровно, как надо, дальше буду скачать ему скорость, чтобы по-быстрому бегал. Вот. Во! Он у меня еще до сих пор здесь стоит. Альфа Карна. Да. Вот такого вот мне он притомил. Ну как там? Тут на этот раз даже я находился, так сказать, в непосредственном действии. И, собственно, помогал ему чуть-чуть. Присутствием своим. Ну вот. Ну, собственно, больше из-за того, что мне от меня нужна была площадка. Вот, так бы он сам справился. Ну и много защиты. Да, я его защитил от птицы этой долбанной, ужасной птицы. Вот, такие вот дела. Так что, Карна. Ну, пока что я ему седла не сделал, но в целом Карна прикольный. Статы, как вы видите, ну, я ему немного дамаг вкачивал. Сейчас надо немного ему здоровье увеличить. Я думаю, до десяточки хотя бы. Вот, и уже потом, собственно, все остальное в дамаг. И, конечно же, макака, да. Адзака мне говорил, начни с макаки. Ну, я знал, точнее, я догадался, что там будет. Он мне сказал, начни с ПКМа в камеру. Ну-ка, давайте-ка, с ПКМа в камеру. Начал, ой, блин, начал, понятное дело, я с другого. Но давайте, с ПКМа в камеру. Так, куда? По его ж ним эмоциям, я так и думал, что полетит именно вот это. Слушай, а интересно, а он вот бросает ее, она исчезает потом? Так, интересно, ну-ка. Да, просто-напросто исчезает и все. Ну, это прикольно, да, это прикольно такое. Еще такой полет идет. И, ну, я говорю, судя по его эмоциям, я догадывался, что это будет. Ну да ладно, кстати, по стенам лазит, да? Нет, не лазит, жаль. Но прикольно, смотрите, бегает лево, право. То есть он, по сути, бегает так, как нужно. То есть вот лево-право, вперед-назад. То есть он может по диагонали бегать. Ну, прикольная обезьянка. Вот. Просто обычный дамаг. Прыжок. Кстати, довольно-таки нехилый прыжок. Я вам так скажу. Ну-ка, давай прыжочек еще. Нехилый прыжок. Так, лечь ничего. Дополнительно ничего. И присесть ничего. В общем, только кидается какашками. Понятно, мисчат. Вот, в общем, Адзака там всячески. Не, конечно, если бы не Адзака, то я бы много чего бы не сделал. Вот, и в целом бы много чего не было. В этом плане я не спорю. Вот, сейчас он там договорился, чтобы летающий остров зачистили. Кстати, быстро бегает эта обезьяна. Просто кошмар, я не ожидал такого. Вот, классно. Кстати, я пересмотрел ту серию, и я же не рассказал. Я вкачал абсолютно все, кроме седел. Вот, вкачал, ну, трибьюты, понятное дело, вкачал. Нужные изумнаги вкачал, кроме седел. В общем, я ничего не вкачал. Точнее, все вкачал, кроме седел. И, как видите, у меня 1800 еще очков инграмм на 150 левеле. Так что все пучком. Даже если нужно будет седло, то я седло вкачаю. Ну, чтобы альфа-седло делать. Ну-ка, давайте-ка. Бам! О, он замедляет? Круто. А сколько дамаг вообще? Замедляет? Да ладно, ты его что, отравил что ли? Без сознания! Ой, блинский. Ой, в натуре. Ну давай. На тебе. Томись, может притомиться. Офигеть, он без сознания! Он наглушение делает, говном кидаясь своим.
А? Вот, вот ни за что бы не догадался, что можно говном оглушение кинуть. Так, ладно, слишком близко стою, он слишком маленький. Так, стоять, я тебе попаду. Бейсбол! Шлепс, почти. На упреждение! Ах ты, зараза. На упреждение, говорю! Да ты чё тормознул-то не вовремя? Да твою же шметь, а? Да ладно тебе, хорош бы. О, да, попал. Один удар и 8 дырок. Такс, что там в тебе? Давайте посмотрим, сколько он торпор накидывает. Ну, 2500, да, торпор накидывает? Неплохо. Просто говном кидает, 2500 торпора, учитывая, что у него 206 левел всего лишь. Это прикольно. Скорость ему качать нет смысла. Ему нужно здоровиться вкачать, понятное дело. Хотя вот так, пятерку. И урона. Отлично. Теперь торпора еще будет больше. Ну-ка посмотрим, дамаг получает от прыжка. Ох, довольно-таки нехило тогда мага получает. Вай-вай-вай-вай-вай. Довольно-таки нехило. 2000 просто в никуда. Лови какашку. Нет, подожди. Лови какашку. Да чтоб тебя, зараза. Лови какашку, говорю. На тебе по башке. По башке, говорю. Да нет, в натуре ты уже достал меня. И еще лови. Жуть, как замедляет. И торпор накидывает. Твою мать. Шел жопа от меня. На тебе какашку. Ай, ты ж зараза. Не, кидаться говном теперь это куда намного интереснее. Интересно, а если вот когда ты же можешь так тоже говном кидаться, интересно, этот торпор накидывает? Тихо. О, да, четкое попадание. Тихо. Могу оглушить его или нет? У него левел-то не маленький, походу, дело. Или маленький. Сколько у тебя торпор, интересно? Зараза. Зараза ты, я такая. Куду! Твою мать, пошел жопу, короче. В общем, круто. Лови какашку. Ай, пошел жопу. Да, им надо... приучаться, так сказать, кидать эти какашки, учитывая, что у этой какашки есть баллист, ну, баллистика, то есть он летит под уклоном, и, соответственно, не так все легко и просто. Но в целом прикольно. В целом прикольно. О, давайте посмотрим, как она плавает. Благо, вода не развивается. Ну, плавает медленно. Кстати, ты можешь собирать, допустим, что-нибудь под водой? Нет, не можешь собирать, да? А какашку кинуть можешь, да? Ну, конечно. Еще бы ты говном не мог кинуться. Круто. Ой, туда. В общем, круто. Обезьяна это круто. Не думал, что можно говном оглушать. А, это круто. Опаньки! Быстренько. Отличненько. Просто замечательно и великолепно. Все. Ну, а теперь, покидавшись какашками от души, погнали искать Дрейка. В общем, лети. Адзак дал своего Кецаля. Вот такую будочку все-таки соорудил. Решил, что нужно соорудить будку на всякий случай, чтобы точно не задамажил. Вот, уже подлетаем. Угу, вижу. И сейчас уже будем пытаться томить. Блин, очково, если честно, очень сильно очково. Прям до жути как очково. Надо его как-то переагрить, да? Улетаю. Пролак. Ну и... улететь-то я всегда смогу, а вот... держи дистанцию. Окей, блин, дистанцию, он даже не на нас. Сагренный. Или ты по нему уже попадаешь?
Попадаешь или не попадаешь? Стараюсь смотреть прямо на него. Стрела полетела. Я вижу, как она полетела. О, Вандер. С чем в него не попадем? Не, мы его догоняем. В чем весь прикол? А вот теперь надо рвать когти. А, твою мать! Упал? Отлично! Только там змеи сраные. А, какой упал? Там еще один дракон. Нифига он не упал, блин. А ты где? А, господи, это что за фигня, блин? Куда он спрыгнул? А, спрыгнул то. А, умер, отлично. Как ты умер? Умереть-то умудрился, блин. Да уж, вот такие вот фейлы с томлением, это полный кибздец. Где он помер-то хоть? А, он писал, что это он упал. Понятненько. Угу. Вот он, получается, его трупешник. Отлично, это он уже на Дрейке, да, прилетел? Так, ты сам приземлишься забирать или мне приземляться забирать? Или погоди, или это не он, блин. У него есть Дрейк просто, и это не он. Черт побери, это не он, это настоящий Дрейк, и если я что-то спущусь, у меня будет кирбздец. Но нужно. Нужно туда спуститься, чтобы все забрать. Весь Лутецкий. Но я рискую, что я все потеряю. А где весь Лутецкий? Отлично, вот она змейка. Да уж. А вот идешь забирать. Это настоящий Дрейк оказался. Че, угорел что ли? Вот Дрейк. Рядом. Жрейк. Будет Жрейком, короче. А ты на ком, блин? Мне казалось, что я тебя видел. Или вторая виверна это твоя была? Ничего не понимаю, но это полный кирбздец, короче. И Лутецкий не забрать. Да уж. Обидно, если честно. Лично мне. Ой, они захватили меня. Отлично. И сколько торпора? 112 тысяч. Ну это отлично, это фигня. Они не могут ничего сделать, по сути, со своим пыжнем. Да уж. В общем, короче, он решил на Дрейке его там томить. В топке эти сраные стрелы. Я так и понял. Он уже 190-го оглушил. Теперь за 410-го взялся. Да, я так и понял, что очень-очень сильно фигово. Не, притомить, конечно, можно. Притомить, конечно, можно. Но сложно. Потому что, видите, да, то есть он просто тупо бывает и все. То есть тут ничего как бы не сделаешь. Он за мной летит. Алло, он за мной летит. Погнали на берег его надо вывести, короче. На нормальный, подальше от змей. Ничего ценного, говорит, там нет у него в луте, блин, нифига себе.
Ну, я как бы хотел на нору берега, подальше от змей, подальше от воды, все дела. Ты не задумался об этом? Под воду хочешь его, что ли? Не, конечно, не в душе, где? Ах. Не, координатор, короче, от Зака из тебя очень фиговый. Как мы собирались, конечно, это тоже было весело. Но сейчас я вообще не понимаю. Ты хотя бы напиши, что делать? Это было бы тоже хорошо. Че, все-таки на землю, да, бежим нормально? Вот, видишь, как хорошо. Да, теперь я его на себя переагриваю. Типа ты меня, короче, слышишь, да? Во, переагрил его на себя. А теперь, короче, ты можешь его глушить. Ну глуши его, ну он же за мной летит. Ну ты же видишь. Я верю в тебя, а ты видишь. Ок, торпор накидывает. Ой, а он нифига не накидывает. Из-за платформы, что ли, ты нифига не накидываешь? Ой, он опять не накидывает. А чё ты не накидываешь торпорчика? Из-за платформы, что ли? Алло? Ой, ёптель-моптель. Неужто... А если реально платформу защищает от торпора? Это же прикол тогда будет. Так, тормознул вот четко. Ой, народ, извиняйте за пролаги, но это карбздец. Не сильно много. Не сильно много, как змеи, короче, торпор накидывает. Так что нормально. Единственное, у него огроменный плюс, то, что он летает. Так, я, короче, в этой зелени вообще ничего не вижу. И да, не сильно много он торпор накидывает, так что я зря беспокоился. Даже 410 не сильно много накидывает. Что довольно-таки само по себе круто. И он сверху не накидывает торпор. Неужто платформу вот эта постройка защищает, а? Если реально защищает, то это круто. По идее, она должна защищать. Так-то. Чисто логично, если думать. Я пытаюсь на себя переагрить, так что, это, там, не бомбись сильно за то, что я здесь летаю рядом. Не, я просто знаю, что сейчас он смотрит это видео, и он помнит, как его бомбило сильно из-за того, что я там рядом летал. Так. И? Ой, здесь баз столько много, я что-то об этом даже не задумался, что баз дофига и... Где? Да шут его знает где, блин, у меня лагает как срано, вот не пойми что. А он еще быстренький такой, быстренький прям. Драпает быстро, козел. Я вообще подумал, что это он приземлился. Потом смотрю, ник. Ой, твою ж мать, а. Не, на большую землю была плохая идея, однако, лететь. Ну а что, под водой его, что ли, томить тогда, что? Тоже не знаю. Я думаю, он его тоже не видит, раз вдоль реки летает. Да, уж ищем. А я его нашел, на свою жопу нашел я его. В натуре летал он там, в лесочке. Скотина крылатая. К базе админа гол, блин, да я тут как бы это... Алло, алло, стой, стой. Стой, бро. Блин, назад сюда. Я чё, в душе где база админа? Тоже, блин, говорит, как будто я тут весь сервер знаю, а ты тут летаешь. Я единственную базу админа знаю, это нуб, но и то базу Марины уже убрали. Мария, Марина, кстати, Мария и Марина одно и то же, по сути. Или нет? В общем, базу Марии тогда лучше скажу. В общем, убрали. После этой всей зачистки. Поэтому не знаю, где сейчас база админа. И, ну, блин, я не знаю. Конечно, это очень тяжело. Вот так вот накидывать. Ох ты ж, ёптель. Так и использовать. Авк, какой авк, блин, нифига себе. В
такой-то территории. Не, ну круто. Опять-таки же, из вот этой всей истории мы хоть как-то хоть что-то, точнее, я хоть как-то хоть что-то да придумаю, как же все-таки в соло пробовать. Банки чисто вытащили. И банки. Удачи. А, он на антитарпор банках. Ясно. Ясно. Вот, вот, собственно, для чего они нужны. Вот, я нашел, короче. Я нашел, короче, это. Для чего они нужны, эти антитарпор банки. Все, я понял. Я понял. Спасибо тебе, Адзаку, что подсказал, для чего они нужны. В общем, вот так вот тяжело. Тяжело томить, но, как я уже говорил, я попробую все-таки соло приручить какого-нибудь маленького левела. Как? А черт его знает! Может на птере, а может быть, не знаю. Ну, в общем, буду искать какого-нибудь маленького левела и пробовать им, его точнее, приручить. И посмотреть, получится ли у меня в соло приручить, или же все-таки гиблое это дело. Но это уже другая история, и блин, он Кецаля не забрал! Ну ладно, что-нибудь придумаем. В общем, на этом, народ, я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Вот такая вот была серия, где и Дрейк тарпор кидает, и макака какахами накидывает тарпор. В общем, всем удачи и всем пока.